Эх, чат. Доброй ночи всем, опять давайте продолжать. В Сибири, иначе я никогда ее так и не допройду. Ну шо. Господи. Дай бог силу это закончить. Короче, сейчас надо будет разбираться с коктейлями всякими. Потому что он старушка нам сказала, это сам никуда не поеду, петь не могу. И вообще, херня все. Опять же, будем разбираться. Так. Нам надо, короче говоря, позвонить в гостиницу, которая была на брошюре написана сейчас тут. Закинем номер. Так, номер у нас это 4-6-4-3-3. Так, 6-43. Угу. Ну погнали. Hello, Hotel Hello. Ritz. Гостиница Цумориц. Это администрация. Чем вам помочь? Надо поговорить с вашим барменом. Сейчас соединю вас. Здрасте, бар. Отель. Здрасте. Мне надо поговорить с Джорджем. С мистером Джорджем? Да. Он у вас тут бармен в 50-х был. Не хочу вас расставать, но мистер Джордж уже больше не работает здесь. А в чем дело? Мне сказали, что у него рецепт есть на коктейль один, и только он ингредиенты знал. Мне очень надо знать, что в нем было. Это вопрос жизни и смерти. Я с радостью вам помог, но видите ли, старый Джордж много коктейлей знал. Бармен был еще тот. И репутация та еще была. Он записал все рецепты перед уходом. Можете сказать, как назывался коктейль? Там много говорите, да? Да, там... Poco, Blue Helena, Red Mambo. Елена, вот этот, который, да, это самое, это, да, это голубая Елена. Так, сейчас посмотрю. Так. Одна часть водки, одна часть синего куракао, одна часть меда, получается немножко калайма и лед. Огромное спасибо вам, сэр. Вы очень мне помогли. Уга, так. Ну и, собственно, нам теперь надо приготовить этот коктейль. Вот получается его водяра, сейчас он пригодится, да? Так. Записали все, что надеюсь, да, чат? Так, сейчас. Так. Так, что там у вас? Угу, так. Shake it. Лимон у нас есть. И пока все. Окей. Так. Лимон есть, водка есть, получается. Шейкер есть. Угу. А, это мед был. Все, я понял. Так, мед, лимон есть. Водка у нас есть. Осталось лед еще найти. И лайм там, по-моему, да, еще был. Так, стоп, а я лимон взял. А зачем? Сейчас. Так, пока что сейчас надо. Сиди здесь, я сейчас вернусь. Это ж невыносимо. То мне надо сейчас в бассейн. Так. Угу. Не густо. Так. О, мужики плещутся. Простите, что беспокою.
Да, думаю, тут могу угу королеву во пропихнуть. Так, вижу, что мешаю. Да не, нет, тут шаг, ну через два хода. Да, может быть, я просуну, говорит, он своего, это самое, господи, как его. Ферзя, по-моему. Ладно, не буду беспокоить. Так, Не, ну мужиков я прошел, то там сюда что ли идти? Ага, так, и что тут у вас? А ну-ка, сейчас покрутим. Не знаю, что-то сделало, но новую, походу, что-то сделал. Так. Так, ну. Окей, я понял. Так, мед надо разогреть. Так, кстати, ему самому, блин, мед не помешает. Походу простыл. Так, ну, кажись, порядок. Угу. С медом разобрались. Значит, дальше. А, уже готово все, да? Так, погоди, а лед выдается там или я? Не гоняю. Все проверим. Сегодня что-то ОБС, короче, выделывается, поэтому я не могу настроить название стримах, мою категорию там и прочее, короче, разбираться потом буду. Я надеюсь, вам как-то не мешает это все дело. Так, ну и собственно поехали. Сейчас будем намешивать. Ох, ебать, коровка. Так, так, input output, да, у нас тут есть. Значит, и так, значит, водку, водку использовать на чем? Я что-то не вижу, где тут держатель, это бутылок-то. А, типа вот это. Договорились. Так, дальше нам надо. Так, use liquid honey on a bottle holder. Ага, понял. Так, вот эту бабуйню сюда. Так, потом. Этот лимон получается сюда. Так. Вроде все на месте установили. И теперь, значит, что у нас надо. Подяру. Потом надо. Так, маленький и переключатель. Потом, значит, вот эту клавишу. Так, потом, значит. Так, middle button on the right. То теперь я в замешательстве, вот это что ли? Так, мед пошел. Угу. Так, потом лимончик. Так, потом лед. Так. И shake it. Ага, так, ну шо. Давай, бабуля. My voice.
мой голос. Очи черные. My God. О, Господи. That is atrocious. Horrific. Ужасно. It was too good to be true. George's Blue Helena is powerless. Ага. Короче говоря, это самое, твой голос не понравился, вся херня это самое. Но у вас же идеальный голос, чё вы так себя наказываете? Разогреться надо просто. Спустя столько лет этого что-то ждать. Не, благодарна, конечно, за попытки, но правда, не могу на сцену с таким жалким голосом выйти. Эти выступления не получится. Вам надо... вернуть уверенность. I must concur, madam. Себе. It sounds to me like your voice is fully restored. Джеймс, скажи это самое. Я думаю, ваш голос полностью восстановился. Ах ты ж. Негодяй. Так, стоп. То, что я не сделал, так это не поставил и этот самый взял. А, так, опа. Так, вот сюда, да? Надо, да, чтобы она это самое это разбила, короче. Ой, блин, сейчас. I don't need to do that again. В смысле, еще раз не надо? Ты ебнул, что? My voice. Знать ее видер вас, я в недобрый час. Ну вот. Ну, пиздишь ведь, работает. My God. О, Господи, что я наделал? Лака мне голос вернулся. Ты слышал это, Джеймс? My voice... Мой голос My вернулся. Voice Your voice is still да, ваш голос по-прежнему такой же величественный, как и был. Не забывайте, вы ж не это самое, не мелкая певица какая-то. И ты, говорит, уже не тот Джеймс, но, надеюсь, ты по-самому веселишься. Мадам, уезжать тут не вопрос, как бы это самое, тут нельзя. Madam, не глупи, да, Джеймс, меня там ждут. Настаивать не буду, короче говоря, но путешествие в мои обязанности не входит. Я правильно поняла, вы поедете со мной? Tour, все верно, мы отправляемся вся в турне, короче, давай, заводи. Я вернусь на корабль, я, конечно-таки, подготовлюсь к отбытию. Да. Подходите, как будьте готовы. Джеймс, отвези меня к... нужно подготовиться. Меня уже ждут. Вы точно уверены в этом месте? Завали, Джеймс. Давай, опять-таки, педаль газа до отказа. Дежавю. I've just been to this place before. А, так. Хорошо, теперь я могу наконец-то возвращаться. Все, тут больше никакой фигни не будет. Хоть себе наливай. Уже. Напиток. Давай. Так. Ну, Феликс там отдыхает, ладно. Только не будем его трогать, уже идет он в жопу. Тут тронь называется. Так, ну я так понимаю, нам все-таки сюда надо. Hello. Hi, it's me. Это я, Оливия. Hey, sweetie, what's new? Привет, дорогая. Что там у тебя нового? Ну что там у Голдбергов? Алкоголично. What's up? И все? Cat got your tongue? Чё, язык что ли? Пропал.
Расскажи, как у тебя там, как дело идет, как это романское? Ну, то скучать было некогда, там скажу тебе так. Ну, Оливия, что случилось? Ты не ответила на вопрос мой. Я тебе говорил, Лара, что купила шелковую блузку, получается. Оливия, что ты скрываешь? Я натворила, короче, что-то ужасное. Я больше не могу спать, не могу есть. Хочется сам в клубок свернуться. Что происходит? Это Дэн. Что Дэн? Что произошло с ним? Мы это... Ты будешь меня ненавидеть до конца своей жизни. И ты была права. В твоей ситуации я бы... Что? После Голдберга Дэн повез меня домой. Мы были немножко под шофе, но... Ты не стоило столько пить, он поднялся со ко мне, и Кейт, ты будешь меня ненавидеть. Ненавидь меня, пожалуйста. Ладно, я поняла. Это все я виноват. Я не знала, что то запало на Дэна. Ты ж моя подруга, и вы были помолвлены. А теперь мы так близки, это самое. Я уже не понимаю, что правда, правильно, а что нет. Кейт, меня чувство вины убивает. Так, ладно, не парься, короче. Вы с Дэном... Это все понарошку так ведь. Да, мне пора, короче. Надо сейчас переварить то, что ты рассказал. Ты что, автоматон какой-то или что? Кейт, прошу тебя. Так, ладно, я вешаю трубку, это самое... Дальше пока сама. О, привезли чат. Ну, честно говоря, я теперь думаю, а я успел тогда предыдущую серию загрузить или нет? Вроде да. В оригинальной на песне что-то есть помимо этих строчек? Мне кажется, она просто зациклилась. Holy shit! Я так и думал. Этот мутный тип решил ее закрыть. Так, надо спасать ее срочно, блять, этот пиздец какой-то. Кейт,
Кейт, help me. Кейт, помоги, что происходит? Что этот мужчина от меня хочет? Он с ума сошел? Не переживайте, должен быть какой-то способ вас вытащить, я разберусь. Поспеши, дитя мое, я в ужасе, что он вернется, он опасен. Держитесь, мадам Романски, вы можете мне доверять. Так. А что это замок? Нормально все. Наконец-то. Я уже начинала отчаиваться. Та прошла сразу, как только камера смогла. Давайте, бегите отсюда, да, пока этот маньяк не заметил. Я заберу руки Оскара пока что. Так, между тем. Вот это вот пригодились. Отлично. Все. Time to get out of here. Забирай свое. И беги, беги, беги. Уноси свои ноги, ноги, ноги. Are you all right, madam? Вы в порядке, my heart has been put to the test here. Мое сердце, конечно, она проходит проверку, но она должна выдержать. Let's not hang around here. Да, давайте, не будем тут задерживаться. О боже, что происходит? Отличная попытка, мисс Уокер. Но вы недостаточно сильный, не для меня. Так что хватит играть в ваши игры. Верните руки мне и приведите мадам Романски. Или же я за свои действия не отвечаю. You don't scare me, you ты меня не пугаешь, ты психопат ебаный. Так, Елена, набери руки, давай на поезд. Передай Оскару заводить все. Я пока поищу выход из этой фабрики. У вас ничего не получится. Ага. We'll just see about that. Но это сейчас посмотрим. Я предупредил тебя, Кейт Уокер. Я тебя предупредил. Be careful, my child. Осторожнее, дитя мое. And don't worry. Вы тоже. Не волнуйтесь. Так. Окей. Так, хорошо. Давайте по порядку, это самое буду действовать. Сюда, походу, да? А, не, погодите. Тем туда ж нельзя. Беги, давай же. Ага, я понял, она бежать разучилась. Ну, так, куда теперь мы можем зайти? Ну, в клетку явно как бы не пойдем, то незачем. Назад надо. То просто почему-то выйти те становится сложнее и сложнее. О, конечно. Так. Наверх. Так. This monorail is controlled from somewhere else. Монорельс управляется откуда-то из другой стороны. Что-то замешать, если сюда. Дойти, кто-нибудь, хорошо.
Сейчас. That door is locked. Входит. В этом освещении лифт не заметил, подложился. Скибри-баб-баб. Угу. Завалил тут, все взял, да? I don't want to touch it, in case I break it. Не хочу что трогать, чтобы не поломать ничего. Стоп. Ну, так лифт работает. Ебать. Run. Все поломал. Не знаю, что это надо посмотреть. Я походу до них хрена здесь. Хорошо, давай дальше. Так. А, вентиляция же есть, господи, я забыл. За вентиляцию точно. А ну. Ну вот и все, блядь, вышло. А то ты посмотри на него. Ее прям сейчас заходит от души. Так, что тут нормально, тут все. Так, так. Так, где Оскар? Оскар. Где-то ручной это наш. Оскара-то нет. А, то, походу подойти надо к кабине машиниста. Господи, наконец-то я вспомнил слово машиниста. То все инженер, мехвод, водитель, все на свете, короче. Машинист. Это я совсем шутка. Конечно, странно, я это не чувствовал, когда... Понимаешь, что по-английски нормально все, а по-русски сказать не можешь. Оскар, I'm back. Let's get out of here. Я вернулась, давай валить отсюда. Какое удовольствие снова вас видеть, теоретические токи. Пожалуйста, присаживайтесь в вагоне вместе с Еленой. Очаровательная дама. Она помогла мне прикрутить мои руки. Сообщу вам, что по правилам нельзя дополнительных пассажиров возить. Надеюсь, у вас еще билет есть. Оскар. Все понято, принято, короче. Это сама отъезжаем. Засранец. Билеты и в такое время. Это самое.
Я сам тебе эти руки сейчас выкручу нахрен. Я тебя не знаю, ты о чём такое вообще говоришь? Я ходил на ужин с Голдбергами, мне наконец-то та победил Боба в сквоше. Уборщица ца разбила вазу на входе, так кроме этого больше ничего. Понятно. На все хорошо? Да, все. Хорошо. Ничего не упустил? Да, конечно, конечно. Тут Оливия мне звонила, это сама, она немного расстроена была. Nothing to say? Ничего не скажешь? Oh, sorry. Прости, не знаю, что на меня нашло. Так все быстро случилось. Я потерял контроль. Я был так слаб, так глуп. Даже не могу представить, как ты простишь меня, но я повелся как сволочь. Не знаю, Дэн, может быть, меня в этом надо винить. Может, я подтолкнул тебя в руки Оливии, но я понимаю, что та поездка, как теперь меня сделал во мне той уже Кейт, которую ты знаешь. Что происходит с нами, Кейт? Возможно, мы поняли, что больше не любим друг друга. Поговорим, мы когда вернемся, хорошо? Так. Anyway. Так, что мы? Тут нормально все с тобой? What on earth is going on? Что тут вообще происходит? Почему поезд не this едет? Ты некогда сейчас рассиживаться, когда этот маньяк на свободе. Да, don't конечно, worry. На... То я разберусь сейчас, не волнуйтесь. Бой. Так. Значит, с Оскаром мы переговорили, опять же таки. Ну, я так понимаю, надо еще раз. Потому что он не трогается. Почему не трогается? Опять из-за билетов он своих опять будет найти. Что случилось? What is it this Оскар, time? Что мы стоим? Large iron rods have emerged from between the huge legs of the giant между ногами огромной статуи тут вылезли ли металлические пруты. Мы не можем его проехать. Мы не можем этого вам безумца Саня говорит это самое сбросить никак. Так, что у нас еще есть? Так, рычаг. О. Я, пожалуй, это возьму. Так понимаю, надо будет сейчас живой наш советский герб взрывать. Барабим, барабум. Так. Ну да, тут действительно нам пруты повылезали, опять-таки не пройти, не проехать. Так, ну-ка. Если вот так вот сделаю. Оскар, let's get the hell out of here. Валим отсюда. Вот так и распался союз.
Хм. А как же ваш морской воздух там и все такое? Так. Ну, вроде как все разобрались. Опять-таки, кто там у нас? Что происходит? Сейчас переговорим с Оскаром. Я так понимаю, мы приехали, но завод закончился опять. Так, кстати, тут обледенело все это самое. Это... Погодите, а когда она успела так? You okay, Oscar? Ты в порядке, Оскар? Целый еще? Юмор, конечно, на мой функционал не входит. Ты китвокер, вы должны это знать. Да ладно тебе, ты хорош. Мы выбрались из того городка целиком, не так ли это самое? И на стиле, конечно. Да, да, стиль подходящее слово. Что ты делаешь на платформе? На тебя это не похоже. Да, просто подышать это хотел и паутину выветрить из суставов. Однако этот тут воздух опять-таки морской на пользу не идет. Да ну тебя, говорит Оскар. Так, что там у нас? Арльбат. Погода поменялась с моего последнего визита. Ветер утих и пошел снег. Мне, конечно, не повезло вас там сопровождать в первый ваш визит. Вы бросили меня на заводе там. А знаешь что, Оскар, ты меняешься. Может, не замечаешь, но меняешься. Изменения не входят в мой функционал, говорит. Надеюсь, что тут поезд не поврежден взрывом. Не волнуйтесь, Кит Уокер, я все проверил, все работает. Ты обо всем думаешь, да, Оскар? Не думаю о водных видах спорта, Кит Уокер. Знаешь, Оскар, иногда я думаю, что мы не найдем Ганса. Но вы, конечно, направили определенное упорство и настойчивость, Кит Уокер. Да это не стоит отчаиваться. Возможно, вы ближе к цели, чем вам кажется. Может быть. Мы можем поехать уже? Не, ну серьезно, Кейт Уокер, надо завести механизм. А, конечно, о чем я думала? Сейчас займусь. Еще увидимся. Я буду ждать тебя, Кейт Уокер. Так. Рычаг есть? Ага, рычаг есть, нормально. Все. Это уже привычное дело, как бы, для нас. Не, я, конечно, понимаю, то прелесть этой игры в том плане, что мы потихоньку начинаем узнавать больше о Гансе через путешествие. Оскар, I think everything's ready. Кажется, сам все готово, пора ехать. Вы удобно усели себя. Можем запускать двигатель. Я скоро приду пробить ваш билет, говорит это самое. Да ладно, девушка. Мистер Уокер, погодите, не уезжайте пока еще. Мистер Феликс, что случилось? Что-то произошло с мадам Романской? Да нет, наша дива в порядке, но вам посылка тут, короче, на ресепшене. Это самое, я сказал, Феликс, она нам должна ее получить до отъезда. Посылка мне? Но это невозможно. Но тут написано мисс Уокер на ней, это четко и ясно. А чего раньше не сказали? Она только приехала. А кто ее доставил? Не знаю, я на минутку отошел, то самое, там игра была, как бы. И тут на стойке администрации лежала уже посылочка. Че там мутный какой-то тип? Сейчас, короче, придется сходить за посылкой.
то просто непонятно. Он как бы сказал, у меня посылка, Кай не принес эту посылку, блядь. Ты чё? Вообще что? Ага. Чё, и вскрыл её, походу, да? Ох, хититская сила, это же мамонт. Заберем. А ну кто там еще, господи? Hello? Алло. Ты что задумала, Кейт? Мистер Марсон, да, вы должны понять. То, что я понимаю, это то, что наш главный клиент уже готов опять бросить сделку, это самое, если она за следующие сутки не решится. Второе, это то, что эта фирме обойдется это кучу денег. И третье, это самое, я совершил ошибку, поручив вам это дело. Я знаю, что не похоже, но никаких «но», Уокер, это самое. Вы ищете старика, говорит, выжившего из ума, это самое. Так, слушайте, я не хочу отмазки, это самое. Мне нужно найти, я, кажется, нашла зацепку. Что, перезванивать теперь будет туда, на телефон, блядь. Откуда босс знает, чем мы занимаемся? Кто ему докладывает, блядь, это вопрос? Алло, ресепшн, тут у нас Феликс Сметана, к вашим услугам. Да, мэм, да, она здесь передо мной. Ну, сию минуту, мэм, сейчас все будет. Мисс Уокер, мадам Романски хотела бы, чтобы вы присоединились с ней в баре. Иду, а только надо отыскать, куда тут класснуть, опять же таки не... переходы только в определенных точках. Так, в баре, говоришь, да? Ну, пошли. Это она, походу, мама там не закинула. Вы хотели меня видеть? Вот ты где, дорогуша. Я хотела поговорить с тобой, прежде чем ты уедешь. Не хотела, чтобы ты не так все поняла. Несмотря на нашу неприятность в Кампусграде, получается, я благодарна вам. Вы помогли мне забыть жизнь здесь, и этот мертвый пляж, где становится все скучнее. Время так быстро проходит, в один день ты на вершине славы, думая, что все будет длиться отца вечно, но однажды все ломается. Мадам Романский, ну что вы так вот начали? Вам это не идет. А если никого не останется, чтобы помогать тебе, ты начинаешь погружаться в очень долгую темную зиму. Вам надо отдохнуть. Вы многое пережили, ли много эмоций были, возможно, устали. Когда я вернулась сюда, Ганс дал мне вкус к жизни, короче говоря. Он тоже был болен. Как же он кашлял, по самому. Он столько времени провел на заводе, где вдыхая дым, что... И потом ему полегчало, и он уж уехал. А я осталась наедине со вспоминаниями. Ганс Ворлдберг, он был так полон радости, те такой беззаботный, как... простая душа был, как говорят, был ребенком, который создавал потрясающие игрушки. И, возможно, за это я его любила. Тут самолет прибыл с припасами для отеля. Возможно, нам стоит посмотреть. Я не понимаю. Я старая, уставшая. И я была рада, да, повидаться с вами. Прощай, Джеймс. Присматривай за мадам. Я этим занимаюсь, мисс. Это пускай вам везет на каждом шагу. Снег — это хороший знак. Это правда? Снег прогоняет ветер и покрывает соль и песок на земле. Воздух очищается, и все же... идеальные условия, короче. Спасибо за все, Джеймс.
Что-то бабуля вообще как-то раскисла. Не, я понимаю, конечно, на ей оставаться одной в этой гостинице, где ни хера не происходит, конечно. Вот тут депресняк еще тот. Так, она сказала, самолет опять же прилетел с провиантом. Сейчас. А, нет, нет. Сюда приехала, но или куда все завезли? Или погодите, это так главные ворота. А если не сюда, то куда? Так, а ну давай пока туда вернусь. Я просто там не понял, куда этот самый самолет этот. Так, стоим, баб. Там же ж. Там же ж. Ну, пара выходов. Один нам дирижабль были, второй на пирс, как бы, да, там на пирс еще не ходил. Сейчас посмотрим, что там делается. Дальше. А. Я надеюсь, тут маску кувку цеплять теперь не понадобится, аж нормально. О, а кто это у нас? Good morning, sir. Доброе утро, сэр. Mr. Vorarlberg. Mr. Vorarlberg. Ганс Vorarlberg. Вы привезли поезд. Это хорошо. Мистер Vorarlberg, вы понятия не имеете, насколько я рада вас видеть. Я Кей. Где Анна? Ваша сестра умерла. Мне очень жаль. Но иначе бы Анна приехала, так ведь? Не вы. Ну, пожалуй, вы правы. Меня зовут Кейт Уокер, я... Кейт Уокер. Ладно, я уезжаю на поезде. Далеко. Куда? Сибирь. Сибирь. Простите, мистер Vorarlberg. Мне приказали разобраться с покупкой вашего завода во владелении. Моя работа, да, понимаете? Она сказала мне. Автоматоны. That's over now. Теперь все кончено, не так ли? Мистер Vorarlberg. Мистер Vorarlberg, завод принадлежит вам теперь, и мне нужно, чтобы вы расписались. Хорошо, что тогда я уезжаю на поезде. Вот это контракт. Я дам вам время почитать. Ваша сестра уже на все согласилась. Вам нужно только расписаться. Что? Вы так просто уже подписали, даже там читать не будете? Я читать не умею. Не знаю как, Никита Уокер. Ну, в этом случае давайте я прочту вам. Да нет, все хорошо, оставьте. Мне нужно ехать на поезде, Кейт Уокер. Как пожелаете, мистер Vorarlberg. И желаю вам приятной поездки. Yes? Да. Listen, Walker, I've decided слушай, Уокер, я решил тебе подмогу выслать. No need, Mr. Marson. Незачем, мистер Марсон. Ганс Vorarlberg has just signed. Ганс Vorarlberg только что все подписал. Все в порядке. Ты хочешь сказать, что... Да. That Vorarlberg Manufacturing is now the exclusive property of the Universal Toy Company. Собственно, компания Universal Toy. Это хорошие новости. Отличная работа. Превосходная работа, Уокер. Вот это вы, конечно, выдали. Это самое. Я знал, что можно на вас рассчитывать. Поздравляю.
Thank you, sir. Спасибо, сэр. Right, now get back так, теперь давай назад сюда, это самое. Надо, чтобы бумаги гипервизатора на столе. Секретарша Ша сразу организует встречу. Вы без сомнения захотите тебе передать контракт сами. А теперь, когда я об этом думаю, то в аэропорте тебе в Шуане сейчас никого нет. Тут там суд приближается. Это самая возможность как раз. Вы слишком добры, это самое. У вас карьера хорошая будет адвокатом. Завтра увидимся, это самое. Только бумажки не потеряйте. Да, конечно, но было бы глупо, блин. Кейт Уокер? Кейт Уокер. Yes, мистер Варлберг? Да, 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 мистер Варлберг. Вы на поезде поедете тоже? Нет. Я это не планировал, но спасибо за предложение. Это предложение, приключение уже закончилось для меня. Silly, really. Очень жаль. You don't like adventure, do you? Вам приключения это не понравились? Да нет. Maybe there's... Хотя, это тяжело было сказать. Yes. Да. I have to go back to New York. Мне нужно наехать в Нью-Йорк, но это меня там ждут, понимаете? Я понимаю. Самолет. It's going to New York. Он тоже в Нью-Йорк опять полетит. Может быть. Думаю, надо узнать. Yes. It's more sensible. Да, так разумнее. Может быть, увидимся еще позже, Кейт Уокер. Yes. Нам до встречи, мистер Варлберг. Сейчас она такая, да что же это я? Никуда не полечу. Едем на поезд. Блять, я так и думал. Да я люблю тебя, Найлайк. Приходим. Тихо. Это чё? А поезда-то уже нет? Стой! Оскар, подостой! Опа. И все, короче. Че бумаги никуда не ушли. Да вот не могла она это самое, чисто передать им почтой, я не знаю, или что. Взяла бы этому сметане. Хотите, те нас играют во вторую Сибирь сейчас? Сложный вопрос. И да, и нет, как бы, это самое, вроде нехорошо все было. Are you ready for Siberia 2? I'm not sure yet, but welcome to the stream. How long have you been here? Anyway, I think I have to restart the stream to play the second part. 1 minute. Okay. I don't know if there are any issues with the capturing the second game with OBS, so I'll have to figure it out. And I don't have the game installed yet. But yeah, I would like to start it tonight as well. So gotta install them to the game. Gotta figure out if there are any issues with them, because I've been told that some people have trouble to capturing it. Here's the first game, and the ending is kind of abrupt. I was thinking that I'm about to go to the Far East and to meet him in some weird winterland, you know.
and so on. And he was just like that. He popped up. So yeah. Well, anyway, as for the first game, I'm kind of pleased with it, and at the same time, I'm kind of frustrated with how much I had to go through to get the results. It's like a problem solving simulator, you know, in that regard, because you have to jump through so many hoops to get to the point that it becomes the frustrating after a while. Hopefully the second part is gonna be a little bit easier. I'm not sure, but we'll see about that. And as for the game, the plot is interesting, and I mean there is some intrigue to it, and it's interesting to follow the characters and to get the lore and the story. It's like weird to getting to know Hans better and better with each stop in a game. Okay, so the first one is done, and I'm gonna quit it now, and I'm going to restart the stream, and probably I'm going to restart my PC, so it's gonna take like 15 minutes maybe, and I'll be back with the second part, because it's not installed yet. So get back to me in 15 minutes. All right, be right back.